Всем привет! С вами Марина из Диномама, и сегодня я расскажу вам про весеннюю куртку для мальчиков марки Didriksons. Модель для подростков. Вот, непроницаемость 5000, дышащая способность 4000. Достаточно хорошие показатели. Куртка без утеплителя. Красивая и стильная. Теперь давайте рассмотрим куртку поподробнее. Капюшон по бокам резинки. Внутри такая декоративная резинка, проволока для регулировки вот, в таком нужном вам положении. Внутри подкладка гладкий полиэстер, капюшон отстегивается. И если отстегнули, можно спрятать кнопки вот в такую защитную планочку. Манжеты регулируется с помощью кнопки. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Карман, это скорее всего декоративный, а нет, не декоративный. Небольшой карман на груди и два кармана по бокам на кнопках. Спинка чуть удлиненная. Защитная планка на кнопках. На внутренней стороне воротника мягкий флис. Внутри подкладка гладкий полиэстер. В рукавах также гладкий полиэстер. Здесь карман сетка и такой вот внутренний карман, более фундаментальный, на кнопке. Нижняя кромка регулируется с помощью резинки с фиксатором. Сзади капюшон регулируется по объему с помощью липучки. Отстегивается. Необычный крой рукава. Здесь вот шва нету. И здесь тоже. И вот так вот выглядит нижняя часть куртки. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.